А в деревне Сыня-Нырт городского округа Усинск власти отчитались о ремонте памятного знака в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Монумент был установлен в день празднования столетия населенного пункта 6 июня 2003 года. Вот так он выглядел. Но, как видим, относительно быстро пришел в негодность. Буквы потеряли цвет, плитка обвалилась. И вот как это место выглядит сейчас. Полностью заменен обелиск с именами 8 героев-уроженцев, отремонтирован постамент. Теперь на памятном знаке все четко видно. Весной местные жители планируют разбить рядом цветник и высадить молодые деревья.